Всем привет, друзья! Меня зовут Альтер. Вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Сегодня мы с вами слушаем новый альбом Матранга, который называется «Три». Альбом поделен на три части. И мне кажется, они все отличаются между собой. Скажу сразу, до этого я особо не слушал его музыку. Мне не очень нравилась «Медуза», но после я какие-то, короче, заценил песни с самим собой, вот мне нравится. И Матранг, ну вот две песни, по-моему, я заценил. А тут вот альбом, и мне кажется, это что-то интересное. Но написано танцевальное, так что фиг знает. Давайте заценим. Глава первая. Глава первая. Начало пути. Окей. Это заставило взрастить свою собственную, слепую веру в будущее. Тогда это был рэп, поэтому в первой части альбома я решил передать атмосферу того времени близко к этому жанру. Он прям сам все рассказывает, говорит. На одной из ночей отчаяния я заметил тревожный сон своего младшего брата, что стал опорной точкой для большой цели. Крейсер. Чувствую, вот прям dancing, dancing, танцевальная тема будет в конце. Неплохо. Так, ну чё ты этот, завис. Хватит повторять. Видимо, хватило только на один куплет. Но музло неплохое, так уверенно, в общем, чувак начал путь, видимо. Как будто бы. Интересное музло, интересный был флоу. Окей. Драма. У каждого из нас есть особенная драма. Моя драма убила бит и родилась упрямой. Моя драма кому-то показалась неисправной. Но сравнивать драмы — дело не великанов. Падал столько раз, что начал падать красиво. 12 первый раз дома спалились никотином. Такой правильный хопчик вроде как. Мне нравится, как он меняет флоу на протяжении трека. Уверенно себя чувствует. Спасибо, Боже, что хранишь наши дороги. Ты же видишь, я из кожи лезу вон, чтобы их более. Тем более голодным мы не видим ни за что. Мы были брошены, но теперь мы можем. Пока первая глава мне нравится. Что-то такое кочевое, скорее всего, сейчас будет. Ну ладно. А это его первый альбом? А, у него был уже, по-моему. Это аж третий. Тут. И сэмпл мне нравится. Ну, завывание мне не очень, конечно, заходит. Но для передачи атмосферы неплохо. Не вздумай. Пластинка будто какая-то старая. Ты рядом. Она знает, чего хочет, ночью никогда не спит. Каждый день поменяет. Слушайте, первая часть, первая глава.
Ну прям вообще очень хорошо. Ну ладно, может я преувеличиваю. Хорошо, в общем. Очень интересная музыка, такая атмосферная. И очень хороший, неплохой такой флоу у Матранга. Не помню, как его зовут. Интересное музло, короче. Я не знаю, я могу 100-500 раз это сказать. Но оно реально очень интересное. Просто я недавно послушал альбом Фараона. И вот тут 4 трека, это уже лучше, чем его весь альбом, понимаете? Ну, это мое мнение. Так, мы переходим к главе второй. Я надеюсь, вы тоже слушали альбом по порядку. Мне кажется, это важно. В данный момент я перестал циклиться на рэпе. У меня открылись новые горизонты, и я начал пробовать себя в разных музыкальных стилях и направлениях. Потом родилась песня, слова которой еще долго наизусть будут знать даже районные дворняги, название которой нельзя произносить вслух. Но меня гложило, что музыку к ней написал не я, и это достаточно сильный удар по самолюбию любого уважающего себя музыканта. Интересненько. Но делать танцевальную музыку, это, конечно, как мне кажется, просто. Но мне только кажется. Типа, ну чё, добавил бочку там каких-нибудь звучков, какой-нибудь незамысловатый текст, и вот, пожалуйста. Но я ошибаюсь в этом. Окей. Так, у нас тут вторая часть Матрангов 2. И пока неплохо. Интересно, какой дроп тут будет. В первой части очень крутой. Тут он уже такой более медленный. Даже будто мрачновато больше здесь, чем там. Ну, есть небольшое отличие. Понимаю, зачем надо было делать вторую часть. И так, ну, первая часть была хороша. Ну, типа, зазвучала песня иначе, да. Добавили каких-то еще звучков, фишек и так далее. Окей. Молодцы, да. Дым. Ну вот эта часть, кстати, глава, вряд ли мне понравится, потому что я не любитель танцевальной музыки. Я вообще ждал, что танцевальным будет где-то снизу. Тогда что в третьей части будет? Как будто даже 90-е какие-то. Короче, напоминает мне это 90-е, 2000-е, ну вот, начало. Не вкатывает. Отчаянно зовет. Блин, такая крутая глава первая была. Ну, он в любом случае молодец, если он вообще к каждому треку приложил руку к написанию музыки, еще написание текстов, считай. А, я же слышал этот трек. Ну, все то же самое могу сказать, что и до этого. Особо не впечатлил, не вкатил. Ну вот, блин, не могу я просто слушать так вот танцевальную музыку. Мне не прикольно ее слушать. Одна. Кстати, «Отчаянно зовет» самый популярный, типа, да? Ну, потому что, наверное, он был синглом выпущен. Извините, конечно, но я не могу. Исповедь. Мне всегда хотелось создавать что-то новое. Несмотря на то, что была возможность пойти по протоптанной другими музыкантами дороге и заработать кучу денег на песнях, которые заходят основной массе слушателей. Но мои песни редко можно увидеть на вершинах топ-чартов, а люди часто не принимают мою музыку. Помню я его сообщение по поводу топ-чартов. Третья часть — это исповедь. Жанр, которого не существует. Это мой внутренний огонь. Хм. Так. Ну, сейчас все жанры, в принципе, перемешались. Ну, короче,
можно придраться к этим словам. Здесь почему-то я вспомнил про группу Скриптонит. Тихо, тихо, тихо. Это, кажется, концовка была. Молодость. Тоже хороший трек. Интересно. Окей. Так, следующий трек «Путь». Ночь говорит, пойдем. Виднеется изгиб этой улицы, тянется до проспекта. Мы с тобой одни, над нами только небо города и невозможные мечты. Гарри, красивые юные. Загрузил что-то вообще прям. Последний трек засыпай. Сейчас походу усну. Интересная пластинка, интересная. Особенно после фары. Тут можно вылечить свои уши. Сейчас реально засну. Уносящая музыка. В натуре ее, мне кажется, можно использовать, чтобы уснуть. Такая колыбельная от Матранга. Хорошее окончание альбома. Я думаю, можно уже подытожить. По мне, ну, как мне, вот вторая часть, она не зашла. И правильно то, что он главу третью поставил в конец, и особенно вот этот трек «Засыпай». Идеальное окончание альбома. Но середина мне особо не зашла, честно скажу. Ну, потому что я не любитель такой музыки. Но что-то можно было там выделить, по-моему. Не знаю, я сейчас уже не вспомню. Больше всего мне понравилась глава первая. Третья, она вообще как-то начала грузить, и такая, ну, более темная какая-то, такая печальная, в общем. А первая глава прям, особенно по музлу, очень-очень круто. Хорошая пластинка, особенно на фоне того, то, что выпустил Фараон. Это прям вообще лекарство для ушей, ну... Все, я не знаю уже, что еще сказать. Матранг красавчик. Газ Голдер. Круто, лайк вам. Все на этом. Пишите вы ваши впечатления, какая песня вам понравилась больше всего. Что думаете вообще по поводу этой пластинки? Пишите в комментариях. Всех читаю, всех вижу. Ставьте лайк этому видео, если понравилось. Если нет, не ставьте. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Check it out.